Районная библиотека – участник областной программы переформатирования библиотечной системы. Это место для жителей муниципалитета стало досуговым центром, где проходят спектакли, выставки, литературные встречи и мастер-классы. Последнее на сегодня очень модное направление. Особым спросом пользуются детские мастер-классы. Их проводят сотрудники клуба по работе с молодежью «Энергия». Этот от изо-студии «Акварель» был посвящен живописи гуашью. Здесь достаточно хорошая площадка для развития знакомства детей с творчеством. Работа с красками и с цветом всегда влияет положительно на детей. Они, мне кажется, как-то успокаиваются, становятся сосредоточеннее, потому что здесь надо быть достаточно внимательным, внимательно слушать и выполнять. Усидчивость развивает. Сегодня дети рисовали весьма романтичный пейзаж – кошку, которая смотрит на закат. Преподаватель поэтапно рассказала ребятам, как накладывать цвета, чтобы получить максимально достоверный рисунок. Каждый участник урока внимательно слушал и старался сделать свою работу самой красивой. Кошка красивая там нарисована. Еще луна красивая нарисована. Очень красивая. Я люблю просто делать поделки. Мне кажется, что это очень интересно. Я люблю рисовать. Я в школе очень много рисую гуашью. Мне этот мастер-класс сегодняшний понравился. Помогали ребятам их родители. Словно окунувшись в детство, они также старательно рисовали этот пейзаж и гордились тем, что у малышей порой получается лучше, чем у взрослых. Мы ходим, занимаемся в студию «Акварель», с радостью бежим на эти занятия и, узнав, что здесь проходят мастер-классы, обязательно приходим. Мастер-классы в библиотеке проходят каждый месяц. О том, какой будет следующий, можно узнать на сайте учреждения или в его социальных сетях. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.